привет. Подвеска Риф, категория Б. Снимаю видео, показать за подъем. Вот примерно такой вот объем. Каждая полена, наверное, килограмм по 20, по полтора метра. Это уже начавшая гнить береза, которая поломалась после шторма последнего. Все по просадке. Сейчас загрузка, в принципе, никак не сказалась на задней подвеске, ничего не просело. Все достаточно в уровне, ничего не козлит. Все, всем пока, всем спасибо, хорошего вам дня.